команде «Локомотив» Дмитрия Сергеевича. Вместо Дмитрия Ключевского на минуту 94-й. Поздравляю команду с победой, поздравляю болельщики, что прилетели здесь. И что я смотрел на поле сегодня, это была команда Локомотива. Я очень счастлив по этому. У нас были последних 5-6 дней так турбулентные, так сказать. И для нас было очень важно показать, что мы вместе и что мы правда команда. И я думаю, мы показали то сегодня.